Добрый день, меня зовут Евгения Порошина, я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня хочу рассказать о новостях в школе. У меня был отпуск месяц, поэтому обучающий курс нового потока немножко задержался. В эту пятницу в 19:00 жду всех на открытом вводном занятии «Путь психолога-коуча». Также вводное занятие, можете задавать вопросы, принимать активное участие. То есть рада всем друзьям, подписчикам школы, кто наблюдает, следит за моей работой, творчеством. Также тех, кто думает пойти на курс, не пойти, жду вас. Также, а в следующую пятницу, 20 числа, жду на открытом вебинаре также всех. Вебинар называется «Как я провела это лето». Я буду говорить про Адлер, про Абхазию, про Сочи. Вы также можете готовить свои истории, делиться, давать рекомендации, советы. Если кто хочет выступать в вебинарной комнате с презентациями, со слайдами, заранее 19 числа мне вышлите фотографии, я их в слайды вставлю, и уже там 10-15 минут вы также можете выступать. Напомню, психологу-коучу также важно тренироваться, выступать публично. Да, если вы ни разу не выступали, либо мало выступали, будет волнительно. Это нормально, страх пройдет, как с вождением авто. И потом, но дату еще не назначала, открытый вебинар будет по сказкотерапии. В курсе будет 8 лекций, обзор краткосрочных методов терапии. Но на открытом вебинаре также разберем, что такое сказкотерапия как метод. Подумайте, пожалуйста, до этого о своей любимой сказке, быстро, что придет в голову. Скорее всего, эта сказка, по этому сюжету этой сказки вы простраиваете свою жизнь. Когда мы это знаем, мы можем это в какой-то степени регулировать. Если вы не подписчик школы, в Ютубе прям под видео оставьте почту, я вас зарегистрирую и будете получать всегда ссылки на открытые бесплатные занятия для подписчиков школы. Также, кто хочет идти именно на платный обучающий курс, старт курса 16 числа, 16 сентября. До 16 сентября действуют бонусные цены. Вы можете приобрести пакет за 10 тысяч, за 14 и за 18. За 18 это уже поддержка куратора 2 раза в неделю, 8 занятий с куратором также будет. Подробнее расскажу на вводном занятии. Кто хочет раньше, пишите в Ютубе, на почту. Пораньше расскажу. То есть сделала такие приятные бонусы, потому что вебинар «Путь психолога» и вводное занятие был задержан, потому что был отпуск, а психологи в долгосрочной терапии, мы любим с клиентами договариваться. Если клиент не пришел на консультацию и нас не предупредил за сутки, эта консультация считается оплаченной. Почему? Потому что у нас, как есть такая фраза, собака сверху, собака снизу. То есть одна часть нас хочет перемен, чего-то еще, а вторая сопротивляется. Вот та часть в нас, которая сопротивляется, чаще это по нашим психическим защитам. И когда такие правила мы устанавливаем, это нас мотивирует приходить обязательно на занятия. Но это также и действует в отношении психолога, поэтому такие приятные бонусы с моей стороны, потому что вводное занятие и обещанный бесплатный открытый вебинар «Путь психолога» перенесся. Поэтому вот для тех, кто примет решение идти в обучающий курс на 10 тысяч, цена меньше. Уверена, это приятные бонусы. Кто захочет, жду вас и жду вас на открытых занятиях. И еще хочу поделиться. Была в аэропорту, купила книги, может быть, кто-то захочет почитать. Первая книга «Самый богатый человек в Вавилоне». Наберите в интернете, интересная книга, но я читала, не совсем пошло. Есть финансовый психолог Харв Экер. Видео есть, книги, почитайте. У меня немножко другое мнение, но когда-то я читала, мне очень помогало, нравится. И базово рекомендую Дейл Карнеги. Любые его книги, тут 3 книги. Начала читать, много слышала, очень круто. Метафоры,
опора на Юнга, на Фрейда, там, на Адлера, то есть научная книга оформлена своими понятным языком. Например, рекомендация, как за 14 дней избавиться от депрессии. Начните думать о других людях. Ну, не только думать, а помогать. Тут очень много историй, примеров, кейсов. То есть очень понятно, и правда, депрессия уходит. Будет время, желание, рекомендую, почитайте вместе со мной. И жду вас, если есть вопросы, размышления, комментарии, рада. Пишите в YouTube. Всем хорошего вечера, дня и до встречи.